Я всех приветствую на своем канале Юньфам и Тюньфам, и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось показать вам свои крема от фирмы Веледа. Я поменяла свой уход за кожей. Раньше я пользовалась La Roche-Posay. Очень хорошая косметика, вот пока я ее пользовалась, мне очень понравилось, но мне захотелось что-то поменять. Веледа использует только натуральные компоненты, то есть это натуральная косметика. Ну что ж, давайте все по порядку, сейчас я вам все покажу. Ну так, чтобы сказать, я осталась просто от этой косметики уходовой в восторге. И сейчас буду с вами этим делиться. Свой дневной уход я выбрала из серии «Миндаль». Серия «Миндаля» — это для чувствительной кожи. У меня нормальная кожа, склонная, конечно, к чувствительности. Очень часто у меня можно увидеть какие-то раздражения, красные пятна. Да, у меня есть такая проблема, особенно это в холодное время, там поздней осенью, зимой. Я думаю, вы уже видите там какие-то покраснения. Поэтому мне надо выбирать косметику действительно очень тщательно. Эта косметика меня просто, конечно же, покорила от фирмы Веледа. Покорила как? Покорила своим составом, потому что сюда входят только натуральные масла, только натуральные всякие ингредиенты. И вот именно серия миндаля, им исполнилось сейчас 20 лет, поэтому они к крему еще давали вот такой вот маленький пробничек для масла, натурального масла миндаля. Большая упаковка выглядит вот так вот, которую я тоже позже куплю, как закончу свою миниатюрку. Эта серия, она без отдушек. И именно миндаль, это биоминдаль из Валенсии, Испании. Они работают там с биопоставщиками и вместе вот делают эту косметику, видите, здесь вот цветки миндаля, как они показывают, и вся информация. Что хочу сказать. Ну, это не только для миндаля, а вообще о кремах Веледа, то, что для каждой серии у них есть крем как питательный на зиму для сухой кожи, также и увлажняющий на лето для нормальной и комбинированной или жирной кожи. Я, конечно, взяла себе питательный для сухой кожи на зиму, а летом я перейду спокойненько на тот же миндаль, только уже на увлажняющий. Сама упаковка выглядит, ну, сейчас я вам покажу, вот так вот. И еще один плюс, конечно же, то, что они выпускают к кремам миниатюрки. Вот они. То есть, если вы не уверены, что вам какой-то крем подойдет, чтобы не тратить деньги, купите сначала миниатюрку, попробуйте ее, и вам выйдет дешевле, чем покупать полноразмерный, который вдруг вам не подойдет, да? Я взяла миниатюрку не для того, чтобы попробовать, потому что я уже сразу же купила крем, а для того, чтобы ездить. Мне очень удобно вот такие маленькие крема. У меня есть косметичка, у меня все уже там всегда готово, потому что я довольно часто куда-то езжу и просто ее закидываю, у меня уже все внутри лежит, поэтому для меня это большой плюс. Как видите, я взяла и ночной, и дневной из двух разных серий. Так, вернемся к нашему дневному крему. Значит, сама упаковка алюминиевая. Меня сначала это насторожило, поэтому я очень долго эту фирму и не покупала. Думаю, странно, какая-то алюминиевая упаковка, напоминает детские крема, напоминает как-то так. Для меня, наверное, какой-то Советский Союз, что ли. Но на самом деле, то, что я думала, что окажется минусом, оказался большим плюсом, потому что из такой алюминиевой упаковки очень удобно выдавливать крем и вам выдавить столько, сколько вам надо. То есть дозировка происходит очень удобным способом, и я очень быстро приноровилась, как бы выдавливаю столько, сколько мне надо. О самом креме. Он белого цвета, просто белого. И большой плюс для кого-то, кто не любит всевозможные одушки, у этого крема нет никакой одушки, он просто без запаха. Он белый, он вот. Все, крем впитался, никакой липкости, ничего нету. Просто ощущение увлажнение, питание в одно и то же время. Кожа выглядит очень ухоженной. Она прям мягкая, бархатистая. То есть у меня, я говорю, я вообще
косметики Веледа осталась очень и очень довольной. У меня дикий восторг. Вот. Ну, о прекрасном составе молчать нельзя, поэтому я с удовольствием вам прочитаю состав. Итак, сюда входит масло миндаля, сливовых косточек, пчелиный воск, молочная кислота и ксатан. Конечно же, мне хочется сказать пару слов о миниатюре миндального масла, которое у меня было с кремом. Ну, как они написали на упаковке, что сначала надо на влажное лицо нанести пару капель, разнести. Также и маслом я осталась довольна. Улучшается цвет лица, просто кожа бархатистая. Можно использовать как утром, так и вечером. Особенно хорошо в морозы, когда надо, чтобы кожу питать, и она вас защищала от холода и ветра. Следующая серия, которую я приобрела, эта серия называется «Роза». Эта серия уже предназначена для первых морщинок, она разглаживающая. И я себе взяла вечерний крем и крем под глаза или для области вокруг глаз. Я буду говорить о этих кремах одновременно, потому что у них практически одинаковый состав. И сейчас я вам прочитаю состав этих кремов. Итак, масло из косточек персика, миндаля, пчелиный воск, оливковое масло, розовое масло, инотеры, вытяжка из очерка пурпурного, миры, хвоща, ксантин — это натуральный загуститель. И плюс еще в этот крем то же самое, но помимо еще входит масло жожобы. Превосходный состав, превосходно действует на лицо, есть разглаживающий эффект, чувствуется для вот этого вот под глаза, даже вот как-то какой-то лифтинговый эффект ощущается. Здесь никакой отдушки нет, то есть он без запаха, здесь пахнет розой. Сам крем, сейчас я выдавлю чуть-чуть, он такой вот белый, но чуть-чуть вот есть... отдающий немножко в желтый цвет. Это именно натуральный запах розы. Очень приятный, ненавязчивый. Мне этот запах просто очень нравится. Я когда его наношу, у меня даже настроение поднимается. Такой некий антидепрессант, я бы сказала. Очень приятно. Кожа эластичная, разглаженная. Такая прям очень приятная на ощупь. Вот я пробую свою руку, очень-очень приятно. Поэтому я ни одних минусов у этих кремов не нашла. Также существует, как я говорила, на лето уже увлажняющий, или, допустим, для жирной кожи, который он более легкий. Могу только посоветовать. Девочки, хотела бы вас предупредить, я также нашла информацию о том, что в России эти крема могут подделывать. Поэтому будьте бдительны, надо где-то вот найти именно прямого поставщика. И перед тем, как покупать, я не знаю, лучше, конечно, попробовать на руку, потому что я читала отзывы, что вот крема пахнут там спиртом. Ни один мой крем, а у меня две миниатюрки, два полноценных и один под глаза, нету запаха спирта вообще. Очень приятный запах, если он вообще есть, а у миндаля вообще душки никакой, поэтому запах спирта вас должен насторожить. Думаю, на этом все. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было вам полезным. Оставляйте ваши комментарии внизу, вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. Также буду очень рада прочитать ваши комментарии. Если вы пробовали какие-нибудь продукты, поделитесь, что вам понравилось, что нет. Ну что ж, я всем говорю вам до следующих встреч. Спасибо за внимание и всем пока!